Задачка для терпеливых. Найдите мат в два хода. Ввиду того, что здесь такое нагромождение фигур, решить эту задачу не так-то просто. Поэтому важно понять функцию каждой фигуры. Единственный ход, который ведет к мату в два хода, это ход конь c4. Казалось бы, конь выпускает короля. Но король все равно не может идти на g4 ввиду мата слон e2. Если же ходит конь на любое поле, тогда мы ходим конь e5 мат. Если же идет слон на g4, тогда будет конь d2 мат. Ну а если король идет на e4, тогда мы ходим конь e5, отнимаем два ключевых поля у короля. Это поле на e3 отнимает слон, а матует ладья.